11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. По этому случаю на Аллее славы города Видное состоялось возложение цветов к памятнику «Непокоренные». В памятной акции приняли участие сотрудники администрации, депутаты, активные жители и, конечно же, сами члены общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. Сейчас в ней насчитывается 39 человек. Они до сих пор в строю и принимают активное участие в патриотическом воспитании молодежи. Сегодня поехала и наша делегация на Поклонную гору для участия в памятных мероприятиях Москвы и Московской области во главе с председателем нашей ветеранской организации малолетних узников Платоновой Любовь Ивановны. Все, кому в детстве пришлось пережить страшное время в концлагерях, сейчас вспоминают его с дрожью в голосе. События тех лет навсегда остались в памяти. 3 месяца в этом лагере. Холод, голод. Бабушка откуда-то из этого фарточка доставала мне корочку хлеба. Вот. И, в общем, спаслись вот так. Через 2 месяца пришли наши войска и освободили нас. И мы всегда обращаемся к молодым, нашим поколению молодому, чтобы она прочувствовала все то, что написано в истории, так сказать, и не допустила, чтобы опять возродился фашизм, неофашизм, бандеровщина, чтобы люди жили в мире, за который они отдали большие цены своей жизни. По завершении мероприятия участники встречи сделали общее фото на память.